В Екатеринбурге выберут лучших вокалистов. Ежегодный международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла проходит в Свердловской мускомедии. Попробовать себя в музыкальном состязании приехали около 100 человек из разных регионов России и Белоруссии. Они получают образовательные и профессиональные навыки, которые, собственно говоря, в профессии им пригодятся. Да? Это, в общем, шанс не только получить гран-при, красивые фотографии, денежный приз какой-то, да, получить реальные предложения о работе. Вот это важнее. Участниками конкурса стали исполнители до 35 лет. Помимо гран-при, артисты смогут побороться за специальные премии. Общий призовой фонд составил 810 тысяч рублей. В рамках конкурса, который продлится до 29 мая, традиционно проходят мастер-классы по академическому вокалу и бродвейскому джазу. Во время кастинга режиссер Алексей Франдетти дал всем состязавшимся обратную связь. Некоторые участники получили приглашение на пробы в московские театры. И меня останавливают. Он такой: бывает по-другому. Полина, я приглашаю вас на кастинг в театр на Таганку, на Онегина, на роль Ольги. Это что-то, какая-то вспышка, все хлопают, и потом я вообще потерялась, куда вообще идти.